Москва. Во дворце спорта в Лужниках проходил традиционный турнир на приз газеты «Москва-Ньюс». Здесь состязались гимнасты из 20 стран мира. И пусть иногда кому-то изменяло спортивное счастье, атмосфера царила самая дружеская. Виртуозностью исполнения отличалось выступление советской школьницы Светланы Гроздовой. Одна из соперниц – канадская студентка Тереза Макдоналл. И все-таки победительницей стала абсолютная чемпионка страны Светлана Гроздова. Высоким мастерством отличалось выступление японского гимнаста, олимпийского чемпиона Теруси Окамура. Но бесспорную победу завоевал советский спортсмен Владимир Марченко. Международные соревнования по спортивной гимнастике на приз газеты «Москва-Ньюс» стали парадом молодых спортивных талантов.